И, друзья, напоминаю, что после каждого обзора все товары у нас продаются по ценам ниже, чем в Китае. В наших группах ВКонтакте, Facebook, Instagram и Telegram. Новое видео, новый товар. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ссылки в описании. Итак, друзья, сегодня у нас непростой девайс Mola N3 от компании DigiPi, если я правильно читаю. Вот, еще все в пленке, муха не сидела, и это у нас видеорегистратор, но непростой. Во-первых, ребят, он снимает в качестве 2К, то есть качество картинки должно быть на уровне. Плюс здесь встроенная есть уже и GPS, есть версия еще и без GPS. То есть онлайн-мониторинг вашего местоположения и скорости. Также есть голосовое уведомление при приближении к светлофорам и также к впереди идущим автомобилям. Ну как это происходит, не знаю, будем потом проверять. Конечно же, подключим к автомобилю, проедемся, все посмотрим. Также, ребят, у нас тут есть мониторинг парковки 24 часа, то есть постоянно, когда ваш автомобиль на парковке, этот видеорегистратор мониторит все, что происходит вокруг вашего автомобиля. Угол обзора 140 градусов, 6 линз, апертура 1.8, то есть света должно поступать сюда нормально, и картинка будет четкая, тем более еще и 2К качество съемки. Ну и, конечно же, имеется здесь Wi-Fi встроенный. И еще мобильное приложение для Android и для iOS. То есть вы можете подцеплять сюда, подключаться сюда к вашему регистратору прямо в автомобиле, да, и смотреть, что происходит прямо на своем смартфоне. Вот. Короче, ладно, сейчас мы это все откроем, посмотрим. Значит, смотрим, что у нас тут первое. Первое это у нас, смотрите, это у нас инструкции и крепеж. Так, это у нас липкая такая лента, двухсторонний скотч, как я понимаю. Это у нас все клеится на стекло, если я правильно понял. И это у нас инструкция. Инструкция, что самое интересное, на русском языке имеется. Это отлично, надо будет прочитать. Mola N3. И также на английском есть. Все в картинках, все понятно. Так, и сама упаковочка. Что у нас здесь? Кстати, в комплекте еще я заказал и карточку на 32 гигабайта. Приходит карточка у нас SanDisk на 98, ну, скоростная, 98 мегабайт в секунду. SanDisk оригинальная, китайская. Так, ладно, смотрим по самому видеорегистратору. Всю упаковочку, все презентабельно. Так, сам видеорегистратор и еще две тут такие вкладыши. Значит, первый вкладыш, ребят, смотрим. Здесь у нас само крепление и здесь как раз-таки GPS. Это у нас идет на стекло. Сразу же microUSB. Так, и вот оно, само крепление, она у нас на Type-C. Идет сразу же к нашему регистратору и оно вот такое вот поворотное. Вверх-вниз. Вот, угол наклона, понятно. Дальше здесь у нас вот сам штекер, прикуриватель. 1 ампер, 2,1 ампер выдает. Отлично, все в пленочках. В следующем отсеке у нас длиннющий кабель. Micro-USB, USB обычный, чтобы это все дело подключать. И вот такая вот лопатка, чтобы это все можно было спрятать где-то в обшивку автомобиля. Так, смотрим. Сам девайс, ребят. Вот он, сам регистратор. Очень маленький, очень такой стильный, компактный. Здесь у нас линза, все заклеено. Отклеиваем. Вот она. Вот. Ну, по весу такой, не тяжеленький и не легкий. Так, вот спереди вот так вот. И сверху у нас есть подключение Type-C. Type-C, как это крепится? Значит, смотрите. Подключаем мы, какой стороной, неважно, да? Подключаем мы, так, наверное, вот так вот. Вот. Ага, зажимаем вот эти вот штуки. Так, вставляем, отпускаем. Все, зафиксировали. Цепляем на, где-то на лобовуху и можем снимать видосы. Значит, сделать поворот, чтобы снимать самого себя. Нет, такой вариант не получится. И сделать поворот, чтобы снимать даишников, также не получится. То есть только наклон вверх и вниз. Вот такого вот плана. С GPS-ом. Плюс этого крепления вы можете всегда его снять, чтобы вам его не скоммуниздили. Нажимаем, вытаскиваем и уходим. Короче, ребята, что тут смотреть? Давайте сейчас подключим к нашему автомобилю, прокатимся, посмотрим качество съемки и что может наше приложение. Погнали! Так, ну и то, что я вам рассказывал. Значит, смотрите, регистратор у нас на лобовом стекле. Вот он у нас. А мы все смотрим, что снимает наш регистратор прямо на своем смартфоне. Онлайн.
Ну и сразу, как видите, мы на смартфоне можем делать фотографии. Вот наш регистратор снимает прямо. Мы этот кадр можем сделать как фотографию. Оп, все, фотография сохранена у меня прямо на смартфоне. Я могу ее отправлять в соцсети куда угодно. Также можем просматривать здесь все полностью видео, записанное на наш смартфон. И опять же, это все отправлять в соцсети кому угодно. А это запись звука на встроенный микрофон самого видеорегистратора. Вот так вот пишет звук напрямую. Регистратор Mola N3 DDPI. Ну что, друзья, я думаю, картинку вы заценили. Пишите свое мнение в комментариях, как вам качество видеозаписи. Ссылка на этот регистратор будет в описании к этому ролику. Ну а, конечно, после обзоров, кто хочет, может забрать его, конечно же, по ценам ниже, чем в Китае, в наших соцсетях. Ссылки также есть все в описании. Не забываем про лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Ну а у нас сегодня был видеорегистратор DDPI Mola N3.